Параллельно с конкурсом Блиц-турниров происходит запусковая сессия большого проекта «Живые города. Прогрессоры Крыма». Сейчас мы будем рассказывать преподавательскому составу, как нам помогать в запуске этой сессии. Здесь сейчас соберется около 30 человек, и мы проведем некоторый краткий инструктаж по тому, как быть модератором и как работать с группой в поддерживающем режиме. Этот проект – часть живых городов в том числе.